Молодец. Даня решил заниматься математикой сам без Петерсона. Умничка. У нас тут трапеза. Трапеза у нас после урока. Это наш второй завтрак. Детки дома. Все снова болеют. Витамин D, детский, взрослый. Комитон, взрослый. Проторгол, детский. Родовид, взрослый. И оладушки. Быстрый вентилятор. Оу. Я этого не ожидал. Этого не было. Ты куда, глупый? В общем, мастер-класс от Дани по конструктору. Что там, знаток. Конструктор-знаток. Мы с Викой будем зрителями, а Даня будет показывать нам мастер-класс. Так. Чего случилось? Я даже кое-что переделаю. А если вы берете вентилятор, смотрите, вот. Нет. Нет. Закройте глаза. И что же будет? А, закрыть глаз. Открывать? Угу. Давай. О, ты волшебник. Это магнит? Угу. Угу. Ага. Это моя малышка. Теперь закройте еще глаза. Закройте глаза. Закрыли. Открывайте. Вот так фокусы. Давай твоя собачка споет нам. Да. Закройте глаза. Нет, пусть она споет. Закрывай глаз. И закройте глаза. Мы не смотрим, мы на собачку. Вау! Дай мне телефончик. Кушаешь? Я думала, ты скажешь, за кого ты сейчас говорила что-то. Я думала, ты дальше будешь говорить. За Филозу. За Филозу. Да не спеши, не спеши. Просто я ни разу этого не снимала. Сами ем. Ни разу не снимала. И заешу. Молодец. А еще носу сдали. Молодец. Всех вспомнила? А что за маму, за папу не съела? Да, за маму, за папу знать, а вас съела. А? Вот. За маму скушать. Но съела, говорит, вначале, а за Даню и за Тёму? За Даню? За Тёму. Такими большими ложками, Вика, ешь, молодец. О, Данечка, ты там как, поел, нет? Нет. Поешь, пожалуйста, Вика вон как хорошо управляется за всех. Ну, за себя, наверное, съешь. Съешь за себя? За себя. Молодчинка, умничка.